شدین شد یادتون با دوستان گرامی مخلصانی فوتبال برنامه پیش از بازی است و گروه جدی ما در ورزشگاه مرکزی جمهوری قرار دارد و امروز یکی از روزهایی است که تقدیرساز است برای دسته منتخب جهانی 20 ساله تاجیکستان. امروز در مقابل دسته منتخب تاجیکستان دسته لبنان بازی میکند، آنی که در صدر گروه ای جایگیر شده است و ما بازی زیبا را از دسته منتخب تاجیکستان خواسته با کارشناس فوتبال طاهرجان مومنوف که اینجا با من هستند صحبت میکنیم، در حالی که فوتبال بازان تمرین بدن میکنند و بدن گرم نمایند تا در نزد ما و شما هنرنمایی زیاد کنند. خوب به هر نوع ما در بازی اولی که با دسته منتخب سنگاپور بود بسیار یک بازی جالب دسته رو دیدیم، بود وضعیت ها اما گل نشد. امروز چی؟ ما چرا انتظار هستیم؟ Ну, если взять прошлую игру, да, была хорошая игра. Все было, только не было голов забитых. Да. Ребята очень торопились, как бы быстрее забить гол. Наверное, вот это была главная ошибка. Игра была, все было, но результат. А сама групповой турнир, да, вот с таких группы, когда играешь, очень сложную ситуацию, команда ставит себя сама. Да, вот. Если первый матч неудачный, а соперник первый матч выигрывает, здесь нет второго матча, да, чтобы исправить свою эту ошибку. Поэтому сегодняшний матч это решает, да, кто выйдет из этой группы победителем. Ну, все-таки, если так взять, то это две команды, которые претендуют на выход из группы с первым местом. بله دوستان گرامی، در حقیقت امروز طور گفتیم طاهرجان هم قید کردن این بازی اساسی است و چیزی دیگری که حالا باعث تشویش ما هست این به ورزشگاه نامدن مخلصان است که در بازی اول خیلی زیاد بودند اما امروز نامدن. شما میگید که دلشکسته شدن مخلصان؟ Не знаю, что, почему болельщик не пришел сегодня, как тот матч, который провели ребята и провели его целостно. Да, вот. Ну, болельщик был, болельщик подгонял ребят. Да. Сегодня болельщиков мало, но, может, подойдут болельщики. Но сегодня самое главное, знаете, вот по такой игре, все-таки, если тренерский штаб изучил команду, да, вот соперника, да, у них должна быть программа на матч, программа на то, что если мы первый пропустим мяч, что будет делать команда? Если мы первый забьем, что мы будем делать? На какой минуте переломить, изменить тактику игры? Тогда будет результат сегодня. Если мы это не сделаем, результата сегодня тоже не будет. Дархат Чулинаст, Амо Дарбузи, Авалеки Модидим, Дархат Легионировеки, Бадасей Мудахвит Оджиксон Омадан, Бисорьяк Бузи, Джоли Бхамнишон Додан, Бигри Магар Абдуфатохро, Худой Дододоро. Хариб Паншаш им коняти бейтери голзани дош. Амо Истифода Набур. Хоб Бойзе Таасуф Амхаски им Роздарбузи Нест. Ну, может, тренера так посчитали. Во-первых, он не забил пенальти, может, у него какой-то стресс, да, это сложный момент, когда играешь за национальную сборную и не забиваешь пенальти, и везде все говорят, вот, зачем он подошел, надо было бить Ашурмамадову, да, ну, это футбол, понимаете, бывает такое, да, можно иметь 10 моментов за матч и не забить мяч, да, и сыграть ничего, даже можно и проиграть, ну, а в итоге остается результат. Сегодня нашим ребятам надо удача и просто играть и делать свое дело, ничего нового открывать не надо, сегодня просто нужно играть на результат, а чтобы играть на результат, каждый должен играть дисциплинированно на своих позициях, да, есть игроки, которые должны забивать, есть игроки, которые должны созидать, есть игроки, которые должны обороняться, потому что команда Лубнон, да, вот, ну, уже это намного классом выше команда, чем Сингапур. Если мы с Сингапуром играем два тайма в одни ворота, да, и редкие контратаки Сингапур проводит на наши ворота, да, то сегодня, я думаю, что эта команда соперника, да, ну, она знает, как бежать, куда бежать, и будет играть тоже агрессивно. Хотя здесь есть один такой нюанс, да, наверное, соперник будет немножко думать о том, что их ничья устраивает, что в третьем туре они уже спокойно могут взять 3 очка и выйти с первым местом. Нашим ребятам, да, нужна только победа, еще раз говорю, мы можем предложить прессинг, да, с первых минут, сделать результат и потом делать игру так, как нам это удобно, как команде сборной, да. Если, ну, футбол, все может поменяться, поэтому посмотрим, игра, что покажет игра. Что дарбуре бахт, ёхот омад накардани бози, чихельки кусет удача, ин дар футбол бисор вахт руи медиатки, бисор вуджумекни, амо гол заданаметуни. Конечно. Я помню, мы здесь играли на этом стадионе, да, в 97-м году со сборной
сборной Китая, и Китай два раза к нашим воротам пришел и один гол забил, да, а мы не забили, хотя у нас была масса моментов, да, мы не забили, и в итоге мы проиграли. Удача в футболе – это главный фактор для футболистов и для команды. Дуслан Игромов дар вухури бо дастаи мунтахаби Сингапур ба сои дарвозаи мо ягон зарба задан нашудааст. Мо беш аз 10 зарбаи кунҷи задем ва тавре гуфтам худоизодзодад алакай 6 имконияти 100%-и голзанӣ дошт. Ҳатто бо пушти пой ҳам як зарбаашро ки нодид барои дарвозабон буд, ин Айзал дарвозабони дастаи мунтахаби Сингапур корномаи аҷибе анҷом дод. Имрӯз то ин вухурие ки ҳоло мо инҷо қарор дорем, як вухури дигар барпо гардид ва онҷо дастаҳои Камбодия бо Сингапур вохӯрданд. Ин дарвозабон боз як корномаи дигар кард. Ба назар чунин мерасед ки Камбодия ин дастаи сустарини ин гурӯҳи Ай аст, аммо ин тавр набуд. Камбодия нисбат ба Сингапур боз ҳам бештар ва зиботар бозӣ кард ва метавонист ки дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст орад. Албатта агар пирӯзӣ ба даст меовард, ба нафъи дастаи мунтахаби Тоҷикистон буд, аммо дастаи мо чӣ хеле ки медонем имрӯз бояд ба пирӯзӣ ноил шавад. Ба ҳар навъ шумо дар бораи ҳунари легионерҳое ки ба инҷо омаданд чӣ мегӯед? Кадомашон беҳтар буданд дар ин бозие ки гузашт бо Сингапур ва имрӯз аз ки шумо бештар умедхон аст? Я не любитель говорить, кто играл сегодня хорошо и кто играл сегодня плохо. Да? Здесь это национальная сборная. Да? Здесь надо играть целостно. Играть надо командными действиями. Если сейчас опять будет у нас, знаете, один будет на себя тянуть, что я лидер, другой будет на себя тянуть, я лидер, да, ничего хорошего из этого не будет. Нужна команда, целостная команда. И играть надо на команду, и играть надо за республику, за страну. Тогда будет результат. Або Амадони Камолов, капитан дастаи мунтахаби мо, хеле дар бозии аввал хуб ҳам бозӣ кард. Вале тавре ман ба шумо гуфтам, тавре шумо ҳам худатон гуфтед, омад накард. Имрӯз чӣ бояд кард ки ҳамин омад карданро мо интизор нашавем? Чунки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳама сатҳ, масалан дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон то даври охир бозиҳо тамом мешаванд, интизор мешавем ки кадом як даста мағлуб шавад, мо ба бозиҳои финалӣ равем. Сегодня самое главное, да, если ребята забьют быстрый гол, и все придет на свои места. И ребята будут играть немножко раскрепощенно, и все будет нормально. Нужен быстрый гол. Дастан Гиноми, дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳамагӣ як тағйирот аст. Ин ҳам бошад Фатулло Олимзода ба ҷои Абдуфатто Худойдӯстзода ба майдон омадааст. Дар ҳайати дастаи мунтахаби меҳмонон ҳам ё худ имрӯз ба ҳайси мизбон онҳо инҷо баромад мекунанд, як нафар иштирок намекунад ва имрӯз ба ҷои Али Акбар Зайд Ҷамолиддин дар хати муҳофизат бозӣ мекунад. Вале ман фикр мекунам ки инҷо чун коргардони мо ҳоло дар дасташ ҳамаи он чиз ки нишон медиҳад, мехостам дар бораи Содиқ Муҳаммад рақами 10 капитани дастаи мунтахаби Лубнон сухан гӯям, зеро ин бозингар дар ҳақиқат қаҳрамони бозӣ бо Камбодия буд. Қариб агар хато накунам, мисли Худойдӯстзода бисёр ҳам имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд овард ва танҳо дар як маврид тавонист ки ба задани гол муваффақ шавад. Хуб, мо алакай гуфтем ки бо Сингапур, ки бо ҳисоби пеш аз бозӣ онҷо буд, гуфтем ки мо бо ҳисоби 2-3 мебинем. Шумо чӣ камбудие умуман дар бозиҳои ин дастае ки Лубнонро шумо ҳам тамошо кардед ва ҳам Тоҷикистонро мебинед? Это сложно, очень сложно определять, да, вот когда одну команду просматриваешь, да, всегда болеешь за свою страну и больше смотришь на то, как играет наша национальная сборная, да, пусть это даже вот молодежная сборная. Играть за и смотреть, как играет другая команда, да, какие у нее плюсы и минусы, наверное, это тренерскому штабу надо относиться. Они должны изучать соперника. Есть слабые места, есть сильные места. Мы вот сегодня с вами стоим здесь, да, вы мне переводите, что говорит тренер по вратарям у соперника, да, он говорит, ожидай, очень будь внимательным к тому, что игроки сборной Таджикистана будут бить издалека, да, они изучают это. Они говорят, что при вводе мяча ты делай брос мяча через середину, оттуда развитие атаки пойдет. Значит, они изучают, наши тоже должны были, тренерский штаб тоже изучить команду. У них было время, они должны были восстановиться, но самое главное, да, микроклимат в команде, какой они сегодня, вот после ничья результата, да, когда вот давление идет со всех сторон, да, как вы не смогли Сингапур обыграть.
играть, да, и давление на ребят идут, и как они из этого давления выйдут. Ребята хорошие, ребята очень перспективно хорошая сборная, да, молодежная вот эта сборная. Их надо чуть-чуть раскрепостить. Если тренерский штаб сегодня найдет и не будет давить, да, вот эти вчера, например, сегодня не будет давить на них, даст им раскрепоститься, ребята заиграют, и сегодня будет хороший футбол с нашей стороны. Баҳрам мо ҳам умед дорем ки футболи ниҳоят зебо мешавад, зеро агар дӯстони гиромӣ ба саҳифаҳои иҷтимоӣ назар кунем, бисёри мухлисон ба роҳ ақиданд ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон натавонист ҳунари худро нишон диҳад, аммо ба назари ман онҷо камбудиҳо хеле кам буданд, аммо гуфтам ҳамон як дарвозабоне буд ки имрӯз дар муқобили камбодия аз дастаи Сингапур ҳам тавонист ки ин корро кунад. Барои дарвозабони мо дар бозии аввал ягон душвории умуман набуд, зарбае ба сӯи дарвозаи мо назадааст зада нашудааст, вале мо имрӯз гумон дорем ки ҳуҷум аз ҷониби Лубнон бештар мешавад. Да, мы не видели в действии, да, как себя проявил вратарь в той игре, да, у него не было момента, чтобы он спас команду, да, он практически стоял и отдыхал, да, весь матч. И два тайма команда сборная, наша сборная играла в атаке на соперника, да, а сегодня, ну, будем смотреть, это такой матч, да, где вратарь, и сегодня у него будет работа, я думаю, что этот соперник уже сегодня будет огрызаться, будет тоже атаковать на наши ворота, и насколько наш вратарь будет сегодня играть в ворота, да. Если он сегодня покажет мастерство, он 2-3 сейфа сделает и, ну, спасет команду от гола, например. Ну, дай бог, чтобы такого не было, но будет, это футбол, да. И он спасет, он даст дух команде, да, что есть в воротах врата, что это охраняет наши ворота, и команда еще духом поднимется и пойдет дальше в атаку. Дорогие члены, у нас достойный игровой вахт, таки ба хаяти дастаи мо назар мекрим, мо визят герун, и Раҳматшоҳ Раҳматзода, Фахриддин Ахтамов, инчунин Инуятулло Шаҳриёри Инуятулло ва инҷо Меҳрубон Каримов. Меҳрубон Каримов дар расаи Динамо Авто аз аввали бозиҳо то ба анҷом дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад, яъне ҷои худро пайдо кард. Аз сари дигар агар бинем дар ин баробар дигар масалан Алиҷони Айни ҳам бо техникаи худ фарқ мекард, дар дусе ҳолат аз даст дод. Қодир аст дастаи мунтахаби мо хати муҳофизат ки гузорад ки ин ҳамлагарон ба сӯи дарвозаи мо раванд? Ин ҳам савол дишора дар назари ман. Сложно ответить на этот вопрос, да. Посмотрите, если взять, да, состав «Динамо», играя здесь в первой лиге, целостная команда, да, ну, сейчас идет национальная сборная. Пришли легионеры, которые когда-то играли все вместе, сейчас, и вот у них что не хватает, да, они, наверное, там несколько игроков, да, они хотят быть лидерами в этой команде, да, наверное, это вот мешает, да, этот лидер, ну, тот лидер, да, лидер должен быть один, а должна быть целостная команда, тогда будет польза. А эти ребята, ну, по своему, знаете, то, что молодость, азарт, да, они лидерство показывают, а результата нету. Пусть будет один лидер, пусть капитан команды Камолов будет лидер, например. Хотя вот Салам Ашурмамадов тоже неплохо играл этот матч, да. Ну, Салам без клуба, но показал хорошую игру, но вот эти моменты, последний пас, когда он давал, чуть-чуть, где-то что-то не хватало, видимо, то, что практики игровой нету, наверное, вот этого не хватало. Ну, сегодня будем надеяться, что все будет хорошо у ребят. Шумо ин масъаларо бардоштед, албатта дар ин бора гуфтани набудам, аммо барои чи Салам дар дастои Тоҷикистон бозӣ намекунад? Шумо ҳам мураббӣ ҳастед, дар Кӯктош чаро бозӣ намекунад? Наверное, много клубов есть, которые хотели пригласить Салама, да, чтобы он играл, например, в наши клубы. Да. Я думаю, что этот парень, да, не испортил бы ни один клуб в Таджикистане, который, где бы он играл бы, он бы играл в основном составе. Он очень хороший, перспективный парень. Ему нужна была игровая практика. Ну, видимо, какие-то там причины были, там переезд, куда он ехал в Россию, там были какие-то планы, там агенты пообещали, что он будет играть, но что-то не получилось. خب شما در دسته منتخب تاجیکستان خیلی زیاد بازی کردید. وقتی که ضربه پنالتی شد ما گمان داشتیم که حالا سلام اشورمدوف میبیاد اینجا ضربه میزند. بعضی حالات های میشوند که فوتبال بازان خودشون به سوی همون توپ نمیروند که ضربه زنند. همین حالات ها بودند. شما همچون کاپیتانی دسته منتخب تاجیکستان هم بودید. یک حالات های هستند که مثلا فوتبال بازان نمیخوان که روند پنالتی زنند، چون که مخلصان ایران میپرسن میگن که سلام باید میزد، سلام باید میزد.
Ну, это в первую очередь, когда идет установка перед матчем, да, и тренер должен говорить, что если в случае назначения 11 метрового, кто самый уверенный из футболистов, и такой-то игрок говорит, что я бью, например, это должно быть до начала матча уже определенный игрок, который будет бить пенальти. А то, что произошло на той игре, там, ну, подошел Абдуфатох, хотел салам ударить, это уже было неправильно, да. Не забил, он оказался тем, что он неправильно поступил Абдуфатох. Надо было дать саламу, да, например, ударить. Это была большая ошибка. Здесь была самая главная ошибка, да, вот, кто назначает пенальти, чтобы был? Это главный тренер. Определили бы они на игре, да, перед игрой, что сказал, ты вот будешь бить пенальти и все. На этом вопрос исчерпан. Если в течение этой игры, например, во время матча тот же игрок говорит, не уверен себя почувствовал, да, ну все-таки играя за страну, бить пенальти, большая ответственность, да, и он почувствовал, что он не может, может и промахнуться где-то какой-то мандраж, да, надо было передать другому игроку, который был более бы уверенный. Ну, взял парень на себя ответственность, не забил, но, ну, ничего, сегодня пусть исправится, сегодня все будет нормально. Фикрбекрам, как раз курси, эти вот, и русский дар, хайте, а сусы нет, бамайдом, я Абдуфато, в инчисе, к шму, гусет, вло, ин, инджо, хаму голе, киназа, хаму голе, мезанат, ва, азили, мухисон, хама, он захме, ки буд, ки мо, халаба, накарни, вло, дар, джой, авал, нестим, а миро, хами, коро, мекнат. Бахарнав, ма, фикрбекрам, ки, дар, айте, дастай, мунтахаби, джавони, бисоле, тоджикистон, бисор, бозыгрой, лайо, халман, хастан, ки, дар, курси, эти вот, хам, будан, и бади, и вас, шави, шо, читак, بودند حالا توی که ما بعدان علی جونی عینی رو ایواز کردیم خب بازی عبدالفتاح رو ایواز کردیم چون که گل زدن نتونستیم Опять же говорю, это же все складывается тому, все вопросы к тому, что почему мы не забили гол. Просто в этот день, наверное, была неудача, да, вот какой-то фортуна, футбольная фортуна отвернулась от нашей сборной, да. Разницы не было, что там заменили того игрока или этого игрока, да. Если бы мы забили в начале матча первый мяч, да, мы бы в Сингапур забили бы еще штуки 4-5, это однозначно, да. Просто бывают моменты, когда вот раз не забил, два момента, три момента, да, ребята думают, сейчас мы забили. Забьем, начинается спешка, да, а время летит быстро, 90 минут пролетели быстро, и оказалось, что мы не забили. Забей пенальти Абдуфато, и после этого мы тоже еще забили бы. Ну, так в футболе бывает. Балет Сулегидом Ишад, Бабаде Сулгой Ман, Джавоб Нашудабо Шад, Лекин, Албата Душворас, он все-таки Пурсидеме Шават, Магу Мекрам, Кибади и Васудани, هیئت در بازی با سنگاپور کمی هم باشد فوتبال بازانی ما خوبتر و بهتر بازی کردن به این نگاه نکرده برنامه پیش از بازی ما اینجا همکارانی من که در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی هستند نشان میدن که وقتی ما هم به پایان میرسد و ما با شما یک جای این بازی را تماشا میکنیم و بعد این بازی خواهیم چیزی گفت که شما نشنیده باشید به هر نحو ما با امید اون که دسته منتخب تاجیکستان امروز به پیروزی نائل میشود و به زینه اول میبروید گزارش یا خود برنامه پیش از بازی را به پایان میرسونیم تا دیدار در برنامه بعدی بازی Тоже прямо позвонил вопросы задать. Бубу задать, вы задать. Здравствуйте.